Замечательно, замечательно. Праздник удался. Первый праздник после войны. К сожалению, только танцев было мало. Мало? А по мне их было слишком много. Смотреть, как танцуют другие, утомительные занятия, скажу я вам. Ах, только вот девочкам моим не пришлось потанцевать. Лучше потратить время на хорошую клинику, чем стучать ногами, пока каблуки не сотрут. Таков обычай. Праздник без танцев не праздник. Ну, а что же нам делать, отец? Откуда же нам знать новые танцы? Нас их не обучали. Ах, времена не те были, девочка моя, война. Да, отец. Но ты знаешь, мне было немножко обидно смотреть на танцующих, да. Как они были изящны, а? С какой легкостью они демонстрировали свою красоту. Ты прав, отец, ведь действительно, танец делает из уродины красавицу, а из красивой еще прекраснее. Сестренка, они с тобой этого не умеют, поэтому обе некрасивы. Дорогая моя, только не ты. Душа моя, ты прелестна без всяких танцев. Благодарю тебя, любимый. Флорелла? Да, мать. Флорелла? Да. Я хочу, чтобы ко дню твоей свадьбы ты научилась танцевать, ну хотя бы этот вальс. Я научусь, что? Обещаю тебе. А я бы тоже этого хотела, отец. Ведь правильно же говорят, что если женщина не танцует, то это портрет, а не женщина. А если уж женщина не танцует на праздниках, то пусть лучше ее повесит на стену. А ведь когда-то я неплохо танцевала. О, это когда было-то? Ну, это было давно, еще вот до замужества. А сегодня, когда один кавалер решил пригласить меня на танец, я ужасно смутилась. Хорошо, что мой любимый Тывана вовремя увел меня, как всегда, в сторону. А я ужасно боюсь танцующих. Мне страшно, а вдруг они возьмут и пригласят меня на танец. А я совсем не знаю новых танцев. Да. Поэтому я простояла на месте весь праздник. Да, но это не помешало Пандолину, победителю в конных состязаниях, преподнести тебе шкатулку на копье и посвятить тебе свою победу, Флорелла. Пожалуй, лучше всех продемонстрировал искусство верховой езды. Да, ты прав. Среди всех он отличался особой выправкой, красотой и благородством. Да, и мне сказали, что Пандолина твой поклонник. Не твой, дорогая, не твой. Флорелла, мне сказали, что Пандолина твой поклонник. Как это поклонник, Флорелла? Ну а что ж тут удивительного, отец? Да при такой красоте, как у нашей сестры, и достаток поклонника быть не может. Сеньоры, если ваш организм готов к приему пищи, то кушать подано. Кушать подано. Жарко, я весь горю. Вот и мне жаль вас, дорогие. Жарко. Вот и жаль вас, дорогие, а.
Слушай, дай воды, а? Ну что ты смотришь на меня? Воды дай. А где дым? Я не вижу его. Какой дым? Ну, вы сказали, что вы горите. Если вы горите, должен быть дым, потому что не бывает огня без дыма, так же, как дыма без огня. И не увидишь, потому что любовь – это невидимый огонь. Невидимый для тех, кто ничего не знает, что такое любовь. Водичка, Абеларду! Смотрите, я не ослышался. Вы сказали, что вы влюбились? Да. Когда? Сейчас. Где? На празднике. И что? Просто обожжел солнце. Каким солнцем? Вот этим солнцем? Да нет же, другим. Ее зовут Флорелла. Да. Вы хотите сказать, что влюбились в эту девушку, который, этот высоченный парень, посвятил свою победу, этого парня, по-моему, звали Бандолино? Да. Вы влюбились в эту девушку? Точно. Сильно? Ты знаешь, я две войны прошел, любви не знаю. А сейчас, сейчас просто сгораю от нетерпения. Значит, влюбились? Очень. Очень. Ты знаешь, просто горю. Тогда быстро собираемся домой и едем. Еду. Со временем ваша любовь пройдет, со временем все проходит, и любовь тоже. Все, едем скорее, все, едем. Так, скорее, я решил. Езжай, я остаюсь. Зачем? А я не могу без Флореллы. Послушайте меня, друг мой. Послушайте, старика. Вы пришли с войны. Поломным ружьем, в потрепных штанах, без гроша в карман. Денег у вас нет. Ты знаешь... Живете на жалкую ренту, едва концы с концами сводите. Нищий дворянин нищего поместья. Все, едем. Ты знаешь, я где-то читал, что любовь милосердна к влюбленным. Он читал. Да послушайте меня. Ведь у этой девушки отец аристократ. И своей дочери он, я думаю, найдет. Жениха не только... Только знатного, ну и богатого. А вы, я повторяю, вы нищий. Нищий дворянин нищего поместья. Вот это все, повторять едем. Уже было не надо. Все, едем. Хорошо. Как вы думаете добиться расположения такой девушки, как эта? Пока не знаю. Как вы думаете обеспечить благополучие такой девушки, как эта? Все, едем. Ну, надо что-нибудь придумать. Что? Ну, что? Все, поехали. Что-нибудь. Дорога дальняя, пора влететь. Все, едем. Все, поехали. Ты знаешь, с помощью изобретательности можно добиться гораздо большего, чем с помощью богатства, а? Когда я служил во Франции и в Марселе, то я там брал уроки там. И многие даже говорили, что я превзошел всех своих учителей. Для начала, а, Абеларда, для начала я буду обучать тебе танцу. Что вы несете? Ну смотри, меня же здесь никто не знает. Смотри. Та-да-да, чи-ча-ча, ху, ши, ши, ху, хи, 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 Неплохо, скажи. Ну, послушайте меня, друг мой, если вы займетесь подобным ремеслом, это явно унизит ваше благородное происхождение. Послушай, во-первых, танец это не ремесло. Это слава. Это искусство. Это слава. А ведь даже король, слышишь? Ведь даже король умеет танцевать. Ну, это король. А уж благородство у него никак не отнять. Так, надо быстро, слышишь? Быстро найти тех музыкантов, которые играли сегодня на праздник. Хорошо, ну послушайте меня. Вы уверены, что сердце этой девушки не занято кем-то другим? Она так горячо аплодировала этому парню в желтой маске. Аплодировала в основном старшая сестра, а младшая... Ну хорошо, мне остается молить Бога, чтобы эти танцы не стали танцами
я не знаю, как это более красиво образ сказать, чтобы эти танцы не стали танцами на пистолетах, как я сказал. Да, почему тебя мама Сократом не назвала? Боже, боже, боже. Ну, Билан! Сеньор, прошу. Благодарю тебя, милый. Ты так нежно за мной ухаживаешь, будто бы мы обручились только вчера. Скажи, неужели ты искренне? Дорогая, если вопрос твой серьезен, то он меня обижает. Разве я дал тебе повод сомневаться в моей любви? Нет, дорогой, повода ты не давал. Иван! И не даст. Ты прекрасный муж. Но вы 14 лет женаты, а у меня до сих пор нет внука. Отец! Ну какие внуки, отец? Смотри на эту. Вот когда Бог пошлет Флорелли хорошего жениха, тогда и о внуках можно будет подумать и на свадьбе повеселиться. А я еще не думаю об этом. Ну и зря. А вот и не зря, потому что у бабочки сейчас совсем нет денег. Да нам не надо спать. Нет, 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 девочка моя, дело не в деньгах. Ну в чем дело? Дело не в деньгах. Дело в том, чтобы жених был благородного происхождения. Корнетто, что там за шум? Надо, Билар, лично будешь отвечать за каждого языка. Вам кого? Я бы хотел поговорить с сеньором Альберико. Это невозможно, он занят. Чем? Не ваше дело. Но у нас к нему очень важное дело. Какое? Не ваше дело. Корнетто, в чем там дело? Вот молодой человек, он хотел бы предложить вам свои услуги. Услуги? Ну и какие такие услуги? Я учитель. Учитель? Какой такой учитель? Учитель тех, кто увлекается танцами. Учитель танцев! Вот и... Тише, 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 Флорелла, тише. Молодой человек, подойдите, пожалуйста. Сеньор, допейте сначала ваш кофе. Корнетто, сидеть. Вы думаете, этот танцор заменит вам кофе? Корнетто! Ну не разговаривай ты, Корнетто, ну.
Ну и откуда? Ну? Из Арагона. А где вы учились танцы? Во Франции и в Марселе. Ну и какие же новые танцы вы знаете? Самые разные, самые последние. А какие именно? Ну, например, фокстрот. Фокстрот? Фокстрот. Ну и что же это за танец? Это вкрадчивый шаг и легкое объятие. Что ж? Объятие! Лорелла! Лорелла! Я бы мог вам его показать, если бы вы позволили. Разрешите? Ну да, пожалуйста. И... Английский медленный танец. Ну, оригинально. Да, неплохо. Ну, а еще что-нибудь? Ну, можно что-нибудь пошевелить? Да. Что-нибудь из народа? О, пожалуйста. Алаба! Еще да. А еще есть блюз. Но эту музыку сейчас танцует вся Европа. Вся? Да. Ну, пожалуйста. Разрешите? Да, конечно. Прошу. Стоп. Да. Биларду, без тебя. Я все понял. Что-нибудь. Еще? Да. А еще есть танго. Да, танго Фуриоза. Фуриоза? В поэме Ариосто был один безнадежно влюбленный. Его звали какая-то танец Фуриоза. Разделся догола и долго бегал в поисках ее.
Кого ее? Ну, кого-кого? Марфизы? Он же по ней с ума сходил. Это все перепутал. Он искал прелестную Анжелику. Нет, сеньор, не Анжелику. Анжелика ожидала Леандра, который пытался утопиться в море от безнадежной любви. Подождите, кажется, это была Семирамида или Лукреция, ну, та, что с собой покончила. Вижу, ты ночи. Да, сеньор. Спасибо. Скажите, а вы могли бы показать нам вот это? Отец! А, ну, конечно же. Это же наша фламенко. Да. Меня просто воодушевляет. Тем более фламенко наиболее близкий. Сердцу испанца, конечно. Совершенно правильно. Конечно. Ну, а вы могли бы нам показать еще что-нибудь? Еще? Да. Да. Например, вальс. Вальс? Ну и что же это за танец? Это... Нет, он прекрасен. Он прекрасен как? 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 Как музыка, под которую его танцуют. Ну что же, молодой человек, вы мне подходите. Спасибо. Можете рассчитывать на хорошую службу. За приличное вознаграждение. Простите, молодой человек, а это что? Это велосипедист, музыкант, стирает... Я его администратор. Извините. Так вот, завтра мы поговорим об условиях. Завтра. Ну что ж, молодой человек, располагайтесь в моем доме. Корнелько покажет вам ваши комнаты. Браво. Благодарю вас.
Ну, ребята, всем спасибо. Всем спасибо. До завтра. Завтра на 10. Не проспите. Ну, Билардо. Билардо, что ты меня не поздравляешь? А с чем вас поздравить? О, боже, я догадался. Вы выиграли 1 000 000 в лотерее. Чурбан, ты этак, а? Ну, разве недостаточно того, что я был здесь? Что я разговаривал с ним? Простите, как вас поздравить? Пируэтом вашей этой гургульярдой. Пируэтом, дорогой мой, пируэтом! Ну, скажи, скажи, разве она не прекрасна? Но она не дурна! Слушай, я тебе говорю, это самое прекрасное. Не волнуйтесь, я все устрою. Эй! Вы! Мы можем узнать, кто вы? Мы? Да. Мы слуги этого дома. Это слуги. Этот военный тоже слуга? Вы тоже слуга. Мое имя? Его только что наняли учителем танцев в этот дом. Это учитель. И вы оба служите в этом доме? Да. Мне? Да. Необходима ваша помощь. Слушаю. Нет, я хотел бы воспользоваться вашими услугами. Но прежде чем я буду прислужить вам, я хотел бы знать, являетесь вы родственником тех, кто живет в этом доме? Любовь сделала меня родственником. У меня от нее даже кровь горит. Вы правы, любовь сродни родственным чувствам. Вы, мне кажется, не глупым человеком. Благодарю вас. Я хотел бы поговорить с вами наедине. Хулио, да. Займись чем-нибудь. Займись чем-нибудь. Я помогу. Следуйте за мной. Я хотел бы обратиться к вам как раненый. Как смертельно раненый обращается к опытному, умелому хирургу. Я понял вас. Когда-то я был солдат любви. И солдат всегда поймет солдата, так же, как одинокий путник одинокого путника, охотник охотника. Как ваше имя? Меня зовут Билардо, моего приятеля. Меня зовут Альберт. Альберт. Так вот, учитель Альберто и Билардо, да. С этого момента я торжественно объявляю вам о том, что я... О, Боже! Обожаю и люблю Флорелла. Фелисьяна? При чем здесь Фелисьяна? Но это та дама, у которой муж. Та дама, у которой муж, меня не интересует. Меня интересует ее младшая сестра Флорелла. Флорелла? Простите, сударь, я первый день на службе еще не совсем разобрался. Простите, мы еще не всех знаем в округе, а как вас? Извините, как вас зовут? Мое имя Гуэнда Каррерас Мария де ла Корса Уна Грандина Борхес Маркес Антонио Мануэлла Каррерас Муча Хуанита Федерико Карлос Витторио де Бандолин. Бандолин? Так вы тот самый наездник, который победил вчера в состязании? Да, это был мой хозяин в желтой маске. В желтой маске, боже мой. Вы достойны того ангела, которому поклоняетесь. Вы видели, Флорелла? Я видел. Разве она не прекрасна? Она восхитительная. Скажите, каковы ваши намерения? Я намерен покорить. Вы знаком с ней? Она знает о моей любви. А каким образом? Мой пылкий, знойный. Страстный взгляд сказал ей все. В моих глазах она прочла всю ярость моего нетерпения.
И это все? Да. Нет. Я написал письмо и передал ей. Простите, а каким образом? Как это было? Я победил. А, ну, видели. Конный состязатель. Да, видели. И свою победу, естественно, посвятил Флорелле. Затем я написал письмо, вложил его в ларец, передал ей, она взяла. Скажите, скажите, вы ждете ответа? Да. И я хотел бы, чтобы вы... Да. Нет. Я хотел бы, чтобы вы да. стали связующим да. звеном я между могу. Моей любовью я и не могу. Связующим что звеном. Ты? Сеньоры, да. ваши комнаты готовы. Очень любезно. И сейчас я спущусь и провожу вас. Спасибо. Спасибо. Очень любезно. Очень любезно. Господа, вы понимаете, что... Вы можете не волноваться. Я буду разносить письма. В ваши руки я вручаю Альберто будет... не только свою любовь. Альберто будет почтальон. Что там почтальон? Он будет посланник любви. Он будет просто... Он будет почтовый гонд. Стариками и женатыми мужчинами. Ну, ой, еще не так стар. Лисьяна, принеси мне ленту. Зачем тебе лента? Голова раскалывается, хочу перевязать голову. Флорелочек, сестренка, помоги мне. Только лента какая-то длинная. Лисьяна, а принеси мне ларец, который преподнес этот господин в желтой маске. Я туда положила ножницы. Банда Долина? Да. Флорелла, когда он приподнялся тебе на кончике копья, этот ларец, я искренне позавидовала тебе. Флорелла, голову! Ну, чему же тут завидовать? Ларец-то оказался пустой. Ах, Флорелла, он так в тебя влюблен. Но твой Тебана любит тебя не меньше. Ты посмотри. Какие он наряды тебе выписывает, прямо из Мадрида. Такая всем твоим желаниям, всем твоим прихотям. Не всем. Да всем. Не всем. Всем. Ой, давай сюда. О! Ты что, порезалась ножницами? Нет, Мурелла, я порезалась не ножницами. А вот этим... Ну, я его раньше здесь не замечала. Она была спрятана вот здесь, за подкладку. Нет, смотри. Нет, его здесь не было, я ведь открывала ларец. Но я только что нашла его здесь. Не открывала, ничего не трогала, ничему я. Послушай, только ничего не говори отцу, ладно? Нет. Мне кажется, что это этот господин. Этот господин положил...
свой дурацкий ларец. Боже мой, какая дерзость. Ну что же мне теперь делать? Прочитать или разорвать? Нет, нет, нет. Сначала прочитать. Ну, потом посмотрим. Да? Тогда знаешь что? Что? Читай сама. Я прочитаю. Ну, Флорелла, ну ты же... Мне же интересно, прочитай. Ваш взор затмил весь блеск светил. Что? Да это он пишет, что у тебя глаза красивые. Ваш взор затмил весь блеск светил. И вот теперь едва я смею сказать, что всей душой моею навеки вас я полюбил. Вот я, колено преклоненно, у ваших ног и вздохи шлю, и пощадить меня молю. Боже, Флорелла, как он унижается перед тобой. Ну, подожди, Фересьяна, это всего лишь какие-то глупые стихи, вот и все. Молю, молю вас подарить мне счастье миг, хотя б короткий, сегодня ночью решетки прийти со мной поговорить. Флорелла, он, наверное, хороший любовник, а? Ну, поэт из него ужасный. Флорелла, ты должна с ним встретиться. С кем? С ним. С ним? Конечно. Зачем? Ну как, тебе разве совсем не нравится? Полина. Он мне вообще не нравится. Вообще не нравится. Ну как же это так? Почему? Потому что мне понравился совсем другой. Другой? А кто это, Флорелла? Флорелла? Я не могу сказать. Ну раз ты начала говорить, то выкладывай все до конца. Я не могу, Фересьяна. Ой. Ну, Флорелочка, ну скажи, Флорелочка. Ну хорошо, 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 сестренка. Ну, а как быть с письмом? Я не знаю. Ты знаешь, Флорелла, хоть я и замужем. Лисена, воды принеси. Воды. Стакан воды. Так вот, хоть я и замужем, но я бы не отказалась быть дамой его сердца. Но если он тебе так нравится, то зачем же мне идти навстречу с ним? А что, разве тебе он совсем-совсем не нравится? Да он мне вообще не нравится. А, ну тогда я могла бы... Что? Ну что-что, поговорить с ним немножко. Фелисьяна, а? Знаешь что? Что? Ой, ну, ты не поняла. Возьми это письмо. Вот. На. Считай, что оно твое. Да, спасибо, но только ты тоже не поняла. Что? Я бы хотела поговорить с ним от твоего имени. Ну, это обман. Ну, Флорелла, но ведь... Нет, нет, это обман. От этого обмана никому хуже не будет. Ну, а если он раскроет? Круто, да я все возьму на себя. Ну, я не верю. Флорелла, что? А я буду говорить с ним с балкона. С балкона? Да. А, с балкона? Да. Я буду говорить с ним от балкона, от твоего имени и твоим голосом. Ой, от моего имени? Да, и твоим голосом. И моим голосом? Флорелла, скажи что-нибудь. Подожди, я не знаю, что это. Скажи что-нибудь, а? Я не знаю, что сказать. Ну скажи, ну вот хотя бы вот это вот. То, что всего больше тебе понравилось. Ваш взор затмил весь блеск светил. Ну? Ваш взор затмил весь блеск светил. Ну, Флорелла, ну не так я тебя прошу. Ну, а как? А как? Соображай. Ваш взор! Блеск
Так, что ли? Ваш взор затмил весь блеск светил. Ой, как похоже! На что ты? Ничего не похоже! Во-первых, у меня не такой голос. А во-вторых... Что во-вторых? Он вообще никогда не слышал моего голоса. Точно, Флорелла. Но зато он видел твое платье. Ну, то платье, в котором ты была на празднике с белым воротником, белым, помнишь? Да, да. Флорелла, я все поняла. Я буду говорить с ним с балкона, твоего имени, твоим голосом, ну и твое платье. Я тебе не дам мое платье! Флорелла! Взгляни, где бы нам спрятать. Ага. Здесь. Куда? Ага. Здесь. Туда, к забору. Ага. Не забудь. Выключить фонари. Ага. Который час? У меня встали часы. А, судя по расположению, большой и малый медведицу полночь. О, я сгораю в ожидании совсем другой звезды, которая соткана из небесного света. Сударь, да. Вы опять разговариваете стихами. Тебе что, это не нравится? Не нравится. Зачем вы рассказываете незнакомым людям о своих чувствах? Ты про Вилар де Альберто? Да. Видишь ли, Хулио, нам, влюбленным, становится легче, когда мы делимся своими страданиями с другими. Это как прохладная влага для огня, сжигающего меня. Прочитала ваше письмо. Надеюсь, что да. Ага. Ваш вид прекрасный, коль день при нем погаснет от стыда. Я вас люблю, люблю безумно, страстно, как не любил никто и никогда. Не стал бы я слова терять напрасно, чтобы любовь свою изобразить, вас увидать. Вас увидать. Ну что там у вас, Долина? Простите.
Вас увидать уж значит полюбить. Писать, быть может, слишком смело было, но эту смелость придал мне ваш взор. Один ваш взгляд небесный, чистый, милый, взглянули вы, и я ваш раб с тех пор. Теперь надежда путь мне озарила. Все. Но я пришла к вам ровно на секундочку. Пишите мне, Магдалина, я буду стараться отвечать вам. Флорелла, вы подняли меня с земли до самых небес. И хоть я не вижу ваших глаз, я чувствую, как они сжигают меня своим солнечным сиянием. Флорелла. О, Магдалина. Флорелла. Магдалина. Флорелла. Раз, два. Магдалина. Флорелла. Раз, два. Ой. Ну, Флорелла, ну. Раз, два. Ой. А, боже мой. Ну, Флорелла. Передавать вам свои любовные послания. Магдалина, я забыла сказать вам самое главное. Что вы забыли? Моя старшая сестра, ну, красавица Фелисиана, она, тоже неравнодушна к вам. И она говорит, что вы такой красивый, такой статный и такой сексуальный. Или комета. Бог мой! Бог мой, какая ночь! Какая ночь! Пойдемте домой. Где дома всех здесь разбудят. Сеньор, пожалуйста. Хулио, да. Как я счастлив. Да, сеньор. Да, я обниму тебя. Хулио. О, Хулио. Мне больно обниматься. Боже мой, что же мне порадоваться нельзя. Все кости ловят. Хулио, Флорелла. Возьмите вашего жеребца. Флорелла. Домой, сеньор. Ну, пожалуйста, сеньор. Тише, тише, сеньор. Сеньор, ну, ведите себя прилично. Эй, эй, а ну стоять. Лисон к стене, руки за голову. Пароль. Старая башня. Почему не старый мост? Потому что старый день. А ну-ка отвечайте, по какому поводу вы здесь? Какой стати вас это интересует? Да. Слушайте, если я спрашиваю, значит... Да по какому? Вот, стойте! Да я узнал вас! Свои! Вы с моему спине чуть голову не оторвали. А я Хулио! А куда вы шли так поздно? Куда то шли? А мы думали, жулики! Жулики? Ну, спрашивай, я тебя слушаю. Я испугался. Альберто, я хочу поделиться с тобой. Прости, темно. Давай на ты. Ну, давай. Никого. Спите спокойно, сеньор. Никого.
Альберт, я хочу поделиться с тобой своей радостью. Говори. Только что я покорил Лавеллу. Как? Пойдем, я расскажу тебе все по дороге. Сначала я прочел весь свои самые лучшие стихи. Какие стихи? Они, я сам пишу стихи. Ну ладно. Потом ее нога. Что нога? Боль, нога. Что нога? Нога. Что нога? Спасибо, Флора. Скажите, а мой отец, он... Он положил вам хорошее жалование? С вас бы я запросил более высокую цену. Ну, хотите, я сейчас же пойду к отцу. Я скажу ему, он удвоит вам жалование. Хотите? Нет. Мне не сложно. Нет, постойте. Дело не в деньгах. А в чем же дело? А в благосклонности. Ну что вы, мой отец, знаете, как хорошо к вам относится? Не о благосклонности вашего отца идет речь. О чьей же? О той благосклонности, на которую надежды у меня уже больше нет. А почему? Я слишком опоздал учить вас танцу. Вы что, не хотите меня учить? Другой уже опередил меня. Другой? Какой другой? Я не знаю такого. Ну как же, я видел его вчера ночью. Вчера ночью? Ну да, вчера ночью он так прекрасно скакал под вашим балконом, что одним единственным скачком добился того, что с балкона ему ответили «да». Сударь, это, наверное, просто была коза. Ну да, коза. Вот с такими вот рогами. Кстати, вы написали ему уже ответ? Ответ? Ну да, ответ на то письмо, которое он положил в футляр. Послушайте, откуда же вам все это известно? Я вчера ночью случайно оказался под вашим балконом и слышал, как с вами разговаривали. Со мной? Вы уверены, что со мной? Да. Но, впрочем, если вы хотите ему написать ответ, у вас есть такая возможность. Он что, ждет ответа? Да, ждет. Альберт, давайте не будем об этом, мне это не важно. Не важно мне. Вы ведь здесь для того, чтобы учить меня танцу. Ну, в общем-то, да. Тогда я прошу вас, давайте продолжим наш урок, только... Хорошо. Билардо! Да.
Эдуардо, проверь гитару, а? Она, кажется, слегка... Строим квинточку, квинточку строим, строим квинточку. Сударыня, взгляните на эти струны. Они как наши чувства, с помощью которых мы избираем предмет любви. Вот первая струна. Это зрение. Нельзя привычно не увидеть предмет любви. Следующая струна – это слух. Она звучит вздохом, любовным признанием. Еще струна – это обоняние, отдыхает аромат. Еще струна – осязание. Она возбуждает желание касаться тела любви. И, наконец, последняя струна звучит вкусом поцелуя. Что из-за бандолина все мои усилия напрасны, простите меня. Знаете, здесь просто произошла какая-то... Ну да, вот здесь произошла какая-то... Так я могу надеяться. Я решительно эту путницу устраню. Моя сестра, я выскажу. Еще один поворот. А теперь падаем ко мне. А? Нет. Если вы будете... хорошо получается. У вас очень хорошо получается, Лара. Но просто если вы будете падать именно так... Я просто... Фелисиан! Вы готовы начать урок? Да. Ой, простите. Я даже приготовила себе для этого урока новое платье. Что? Главно, мы очень много давали уроков, ну, чтобы вот так, первый же, на первом уроке. Я так волновалась, что... Ой, простите меня. Ну, ничего. Итак, прошли. Скажите, вы раньше занимались там? А, нет, это мой первый в жизни. Повторяю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
Ноги шестая, руки вторая. Раз, два, и дальше. Фляк, 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 фляк. Прошу. Неплохо. Бедрами не крутить. Ноги шестая, руки вторая. Продолжай. Вы очень хорошо освоили этот трюк. Вам понравилось? Да. А теперь вставайте за мной, мы с вами будем изучать гран батман. Это испанский батман. Как удар на вас. Остро, коротко и раз. Лево. И будем продолжать. Так сделаем растяжку. Прошу. И борды бра вниз. Всей грудью, да. Назад. Хорошо, Флорелла! Нет, Лисьяна, забудь, я что знаю, продолжайте, тоже кричи. А мы пойдем дальше. Потому что бурдебра это основа всех основ. Ну, конечно. О! Лисьяна уже танцует на соборе. Ой, ну подождите, подождите, ну! Да, ну от чего? Ну, что же это, ну? Ну, боже мой, ну я стесняюсь. Ангел мой, тебе стоит только начать. Моя жена поразит вас. Начинай. И музыка! Папа! Пап! Ты знаешь, а вчера ночью Флорелла на балконе Фелисиана так ловко танцевала. Как на балконе? Куда мне до нее? На каком? Душа моя! А... когда же это было? Дорогой, ты просто, как всегда, очень рано ушел спать. А мне не спалось. Я решила вспомнить некоторые движения фламенко, которые я знала еще до замужества. Вот, ну вот и покажи их нам. Подождите. Ну, я же не могу танцевать при свидетелях. Это стесняется. Это кто это свидетели? А кого это она стесняется? А меня? А ну-ка, начинай! Подождите, подождите, ну, отец, не надо меня не волить. Вот когда я начну танцевать так же ловко, как это делает Флорелла, вот тогда и покажу всем, на что я способна. Ну, хорошо, хорошо, девочка моя. Я где ты там? Я не буду тебя не волить. Да, она права, дорогой тесть. Да. Мы же с вами хотели поехать за город. А мы продолжим. Прокатиться по осеннему пальчику. Я же совсем забыл. Фелисиана, вы готовы продолжить рот? Да. Прошу. Да, это... дуэт, итак. Поэтому упражнение женщин всегда должно слушать. А мне не нравится слушать мужчин. Что делать налево? Ой. Ага. Устали? Да. Отдохните. Отдохнули? Так, чуть-чуть. Чего идем дальше? Раз, три, раз. Три. Да, конечно. Нужно нарабатывать дыхание. Итак, вокруг меня упражнение манеж. Расслабьте кисть. Легче кисть. Продолжай, я взял тот же духи. А мы пойдем дальше. Потому что танцы не нужны слова. Флорелла! Здесь нужны только чувства. Флорелла! Тук-тук-тук! Невозможно. Тук-тук-тук! Флорелла, можно тебя на секундочку, пожалуйста? Флорелла! Ну, что он тебе сказал? Ничего.
Ну как это, Флорелла? Ну он просто просил меня дать ответ. Ответ? Какой ответ? На то любовное письмо, которое я нашла в шкатулке. На любовное письмо? Ответ готов. Флорелла, скажи ему, что урок танца закончен. И пусть он быстро, слышишь, быстро несет его в Балтолину. И скажи ему, что это ты написала. Ведь я же его не писала. Ну ты только так скажи, Флорелла. Ну я не могу так сказать, я его не писала. Флореллочка, ну пожалуйста. Я не могу. Флореллочка, ну я замужем, мне нужно беречь свою честь. Мне тоже. Ты еще рано. Флорелла, Флорелла, выручи меня, пожалуйста, боже мой, годы уходят. А мне так хочется любви и нежности. Пожалуйста, Флорелла. Что станет со мной, когда этот обман раскроется? А когда обман раскроется, я все возьму на себя, Флорелла. Я не верю тебе, я не могу. Я его не писала. Ну, ты скажи, что ты написала. Я не могу это сказать. Надо, Флорелла. Я не могу. Флорелла, ради меня. Пожалуйста. Скажи ему, что урок закончен. Пусть он срочно. Из этого батальона. И она просила отложить урок. Ну, конечно. Белардо! Да. На сегодня все. Как? Так быстро? Так, надо. Да. А вы не могли бы передать вот это письмо такому высокому господину? Передайте, пожалуйста. Ну, конечно же. Конечно же, передам. Потому что он ждет этого письма, как больной ждет доктора, как пилигрим, не знаю уж там чего, и как я жду вас. Ровно в 5. Мы продолжим наш урок. Продолжим урок? Да. Спасибо. Ровно в 5. Да. Спасибо. Флорелла. Ровно в 5. До встречи. Белардо. Белардо. Нужна твоя... Белардо. Да, я жду. Нужна твоя помощь. Мы должны передать вот это вот письмо. Я догадываюсь, кому. Может быть, поступим проще, пошлем по почте. Да ты что? А как же твоя вот эта фраза? Почтовый голубь? А? Почтовый голубь. Так вот, лучше быть почтовым голубем. Чем? Чем почтовым оленем. Обой, Белардо! Дорогая моя сестра, я, конечно, понимаю, что не вправе учить тебя, что и как делать. Но я прошу тебя, не впутывай меня в эту историю, потому что мне очень дорога моя честь. Дорогая моя сестра, я тоже не хочу учить тебя, как себя вести. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что ты на него так смотришь. Я? На Альберто? Да-да. Ты на Альберто? Что мне даже начинает казаться, что ты... А что я? Что ты влюблена в него, как кошка. Но это совсем не так. Он ведь, ты посмотри, он низкого происхождения. Он, значит, ты влюблена в человека низкого происхождения, как кошка. Давай! Это совсем не так. Чтобы доказать тебе, что это совсем не так. Я что? Я сейчас же пойду к отцу. И что? Я возьму и скажу ему. Что? Чтобы он взял
и отказал ему от дома. Ой, Флорелла, тише, Флорелла, милая, моя сестренка любимая, пожалуйста, не сердись на меня. Не горячись, но пойми меня, я первый раз в жизни так счастлива, но после этого замужества дурацкого. Флорелла, прости меня. Флорелла, не сердишься? А ты можешь мне показать движение, которым тебя научила Альберто? А ты повторяй за мной. А я попробую, вряд ли только у меня получится сразу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.